Где он 12? Где он 13? Где он 14? Где он... В один момент тебе надоела твоя жизнь, и ты решил стереть себе память и начать жизнь с нового листа. Да, ребята, именно так сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в карты от подписчиков, конечно же, потому что автор под ником Apow, вроде как, надеюсь, я правильно прочитал, скинул мне карту, которая прямо так и называется «Начать жизнь с нового листа» или «Жизнь с нового листа» прямо так и называется, поэтому здесь, по идее, нам нужно будет пройти испытание, чтобы стереть себе память и... Значит, я больше не буду Кейном, я сотру себя память, я начну жизнь заново. Интересно, кем бы я стал в новой жизни? Наверное, продавцом столов в Икее. Что ж, ребята, я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос. Звучит пока что все супер интересно. Не забывайте ставить лайкосы, если вам понравился видос. Если вам видос не понравился, ставьте дизлайк, пожалуйста. Делайте все, что хотите. Оставляйте комментосы, подписывайтесь, жмите колокольчик. Ребят, вы все прекрасно знаете. С вами был Кейн, всем пока. Окей, конечно же, перед началом рандомный комментос у нас залетает тот Вонро, который пишет: ждал. Мистер Вонру, а чего ты ждал? Окей, наверное, чего-то он ждал, дождался или не дождался, неважно. Что ж, давайте приступать. Начнем с первой таблички. Это у нас автор. Мой ник Apow. Окей. Не забудь скинуть ссылку на карту в описании. Следуй по цифрам на табличках в меню. Окей. Ссылку на карту, но ты же мне прислал карту как файл. То есть ссылки... Хотя, возможно, было, может быть, я не увидел, но окей, я посмотрю. Тут у нас смайл, у которого не хватает одного глаза. Ну да ладно, что ж, окей, хорошо. Идем дальше. Настройки и правила. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Читерить можно, если очень сложно. Game Mode Adventure и все. Окей, окей, все понятно, все ясно. Подпишись на канал Кейна. Ребят, ну вам же написали. Окей, хорошо, назад. Дальше, следующая табличка, это у нас третья. Сюжет, мы еще раз почитаем. Надоела твоя жизнь, решил стереть себе память, начать жизнь с нового листа. Пояснение, все действия игры происходят во время стирания памяти. То есть во сне. Удачной игры. И, кстати, в конце покажу, как сделать цветную воду. В смысле, погодите, цветную воду? То есть бесконечные... просто много поставить стеклянных панелей. Именно ты про это? Или я запутался? Или как? Или что? Окей, я думаю, мы готовы начинать и играть. Где я? Так. И где я реально? Что-то тут как бы нету пола. Окей, будем ходить по воздуху. Так. Wait a second. Что только что произошло? Что это было? Алло, можно было меня не убивать? Окей, я так понимаю, нам нужно что? Нам нужно идти тупо вперед, я так понимаю. Я, наверное, немножко ответвлился. Ну да ладно, давайте зайдем вот сюда наверх. Кстати, я думаю, нам нужно прописать game rule do command block output false, чтобы не прописывались команды. О нет, это же наша любимая головоломка, которую я в жизни не пройду. Вроде бы я понял, нам нужно... активировать вот этот редстоун. Для этого нам нужно сдвинуть этот редстоун. Для того, чтобы сдвинуть этот редстоун, нам нужно сдвинуть вот этот редстоун. Короче, друзья, давайте нажимать и кликать. Стоп, все. Погодите. Окей, я думал, это будет какая-то мега головоломка. Головомойка, но вроде как все легко. Что, простите? Роддом. Боже мой, я что? Я заново родился? Погодите, я переродился, друзья. Этап рождения успешно удалено. Я удаляю свою память. Какой интересный сюжет. Необычно, автор молодец. Спасибо тебе, Apow. Пока что все очень круто. Что мы видим здесь? Это, типа, мой дом, где я начал свою жизнь, или как это работает? Что? Конечно же, я не пропустил эту пасхалку, замечательно. Так, я так понимаю, нам нужно все-таки войти в дом. Но как? Вот в чем вопрос. Но как мы туда войдем, если дверь-то закрыта? Давайте немножко подумаем, что это такое? Ничего здесь нету. Так, что у нас здесь? Тут тоже ничего нету. Слушайте, мне кажется, что куда-то там нужно здесь будет запаркурить. Как вы думаете, друзья? Но прежде мы проверим, конечно же, все вот эти вот местечки интересные. И все. Ну, ребят, ну я сдаюсь. Я не знаю, пока что я реально не понимаю. Тропинки, может быть, проверить, хотя больше тут их и нету. Очень интересно, что нужно от меня? Что от меня требуется? Окна закрыты, с этой стороны ничего нету, с той стороны тоже ничего нету. Окей, что делаем, друзья? Что делаем? Может быть, кнопку хоть я упускаю, но вроде как нету никакой кнопки. Так, я что-то вижу. Ну, я так и думал, то, что нужно будет куда-то запаркурить наверх. Окей, тогда встает вопрос следующий. Каким образом я должен... Я должен как-то забраться на дом, на крышу этого дома. Для этого мне нужно каким-то образом... во-первых, запрыгнуть куда? Вот еще вопрос, куда я... Погодите, сейчас придумаю. Сейчас догадаюсь, друзья, сейчас до Кейна дойдет.
Окей, так, я здесь. Теперь. Я предполагаю то, что нам нужно запрыгнуть вот сюда. На шифте пройти на ту сторону, запрыгнуть на этот зонд, а потом куда? А потом вот сюда, да? Как вы думаете? Блин, а вот это будет опасно. Нам точно сюда? Вроде как да. Окей. Ага. Доперло до канистры. И теперь вот сюда. Найс. Замечательно. Ну, все понятно. Долго тупил. Ну, я так предполагал, но почему-то я не видел логического прыжка. Но он все-таки там был. Все-таки нужно было просто посмотреться. Так, теперь. Давай, Канел. Да-да. Алло. Алло, прием. Хлоу. Что происходит? Можно, пожалуйста, запрыгнуть? Раз и два. Фух, я не могу приземлиться на краешек этого блока. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне. Сейчас разберемся. Нет. Не так, вот так, нет, не вот, вот так и вот так. Хоп, отлично, другой, о, нет, опасно. Опасно, но я думаю, мы справимся, отлично. Теперь вот сюда. О, нет, надо было наверх туда, я так понимаю, да? Для этого, думаю, мы опять немножко распрыгаемся, запрыгнем вот сюда. Теперь нам вот это облако изи. И... О, я не могу пройти здесь, барьеры. Окей, хорошо, барьер. Хорошо, барьер, я вас понял. Только вот теперь вы хотите мне сказать, что мне нужно до туда долететь? Но как? Без распрыжки? А я могу распрыгаться. Я могу попробовать сделать хоп вот сюда и... Ну, вы поняли, да? Попробуем. Попробуем, друзья, вы готовы? 3, 2, 1. Поехали, раз и два. Yes. Мастер паркура, друзья. Мастерило паркурило. Хоп, отлично, и мы прошли. Найс, найс, найс. Что мы видим здесь? Ага, еще облако, еще паркур. Окей, хорошо. Стираем память, но... Что я именно сейчас стираю? Воспоминания... А, наверное, это детские воспоминания, когда ты помнишь все такое красивое, цветное, чудесное, облака и так далее. Это что? Это то, что у тебя остается в памяти с детства. Я так понимаю, это мы стираем. На этом основывался автор. Но пока что, блин, все очень-очень красиво выглядит. Найс, мы прошли. Да, этап детский сад, успешно удалено, это был мой детский сад. Я, кстати, помню свой детский сад, друзья. Я помню его. О, это школа, друзья. Я помню свою школу, начальную школу, это было так круто. Что мы видим здесь? Учитель, что-то тут нам затирает. Ага, вижу, понял. А что у нас здесь? Начало паркура, конечно же. Возможно, где-то пропустил пасхалку, я немножко тороплюсь, но если что, мы сейчас осмотримся. Вроде как, возможно, где-то под какой-то партой есть шулькер. Или все-таки нет. Ну ладно, давайте все-таки пропрыгаем. Не видим шулькеров, вроде бы нет. Вроде бы нет. Ладно, идем дальше. Я думаю, мы вроде как тут пока ничего не пропустили. Хоп, хоп. О, нет! Во, другое дело. И заспидранили школу, правильно? Прошли. Найс, мы удалили воспоминания про школу. Очень интересно, что будет дальше? Что же будет дальше? Так, этап школы успешно удалено. О, универ, друзья. Окей, окей. Да. Это тоже надо бы удалить. Правильно ведь, друзья? Правильно ведь, друзья, так как я не закончу мой универ. Но это было довольно-таки весело. Веселые времена были. Поэтому, что мы видим здесь? Пасхалок вроде как нету. Сюда мы, наверное, не пойдем. Я так понимаю, нам нужно вот по этим полкам. Вот сюда наверх. И теперь мы спрыгиваем вот сюда и в окно. А теперь... Это типа дроппер или... Походу реально дроппер, друзья. Я вижу там воду. Ну, давайте дропнемся, друзья, правильно? Оп, я немножко затупил, сорян. Сорян, друзья, я не прыгнул вовремя. Я выпрыгнул с верхнего этажа. Допустим. Так, мы удалили универ, я правильно понял? Колледж успешно удалено. Раздел этап жизни успешно удален. Раздел этапы жизни. Погодите. И следующий этап страхи. Это еще как работает. Какие у меня страхи, друзья? Ну, я их даже не знаю, друзья. Ну, типа фобии и так далее. У меня вроде как нету. Ну, окей, я боюсь немного высоты. Открытой высоты. Когда ты стоишь на очень высокой точке, на открытом месте. Это... Оп! What? Ты что, дроппер в слепоте? Окей, ну я не очень люблю насекомых, но это не фобия. Я просто не люблю насекомых. Так, каким образом я должен это пройти? Каким образом я должен это пройти, если я ничего не вижу? Алло? Алло? Окей, давайте думать. Может быть, здесь есть укромное местечко, которое нам даст спокойно пролететь? Вроде бы нет. Что, если мы прыгнем вот сюда? Какой же я умный, друзья. Какой же я умный. Я сам себя поражаюсь. Страх темноты. О, успешно удален. Окей, ну, темноты я не боюсь. Вроде бы никогда не боялся. Но все равно прикольно, хорошо. Воу-воу-воу. Куда летим? Куда-то летим. Куда-то наверх.
Погодите, сейчас будет страх высоты, наверное, наоборот, или как? Бум. Бум. Ага, что это теперь у нас такое? Клаустрофобия? Нет, не клаустрофобия. Что-то мы сделали, убрали эффекты. Ага. Yes. Страх высоты. Я прав? Я прав, это был он. Да, страх высоты, друзья. Вот я реально бы очень испугался, если мне нужно было бы прыгать с какой-то. Я никогда бы в жизни не прыгнул бы с парашюта, друзья. Никогда, ни за что, ни за какие деньги не сможете вы меня уговорить. Окей. А это еще что такое? Страх? Это что, трипофобия какая-то или что это? Так. Я вижу воду, но я не вижу свободного пути к ней. Погодите, что-то далековато чекпоинт. Ну-ка еще раз, плиз. Погодите, там куда? Нам вроде бы вот сюда, да, надо будет спампоинт просто там прописать. Погодите, я это уже проходил. Где мы? Что-то мы далековато заспавнились, правда, друзья? Вроде бы мы снова наверх летим. Окей, надо подписать спампоинт. Возможно, он просто не сработал. Летим. Там у нас сложный дроппер, друзья. Там нужно пролететь ровно в центр. Я видел спампоинт здесь. Упс. Спампоинт, отлично. Что я видел? Я видел следующее, друзья. Вот что надо. Опс. Еще раз дайте мне эффекты. Короче, вы поняли, да, как это работает? То есть мы делаем хоп. Профессионал дропперов, друзья. Профессионал. Просто посмотрите на этого пацана. А что это был за страх? Трипофобия. Я был прав. Раздел страхи успешно удален. Фантазии. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Круто. Мой любимый цвет. Мне нужно выбрать мой любимый цвет. Я думаю, оранжевый. Конечно же, оранжевый мой любимый цвет. Так. Интересно, в зависимости от того, какой цвет я выбрал, были бы разные уровни, или они все равно бы нас привели именно на этот. Ну ладно, я думаю, я все равно на один, чтобы мы ничего не пропускали. Поэтому давайте сделаем раз, мы сделаем два. Мы сделаем три. Мы сделаем четыре, мы сделаем пять. Найс, за спидранил. Как настоящий богатырь. Так, давай, не тупи, Кейн, запрыгивай вот сюда, молодец, красавчик. Теперь все, что хотел, запрыгнуть на эту лестницу и паузу, конечно же. Фантазии, что за фантазии, интересно, мы еще тут будем удалять. Мы делаем хоп, стоп, мы делаем хоп. И последний прыжок, мы делаем хоп, кнопка. Погодите, походу нам что, нужно пройти все любимые цвета? Одну секунду. Стоп, я что-то запутался. Почему меня вернуло обратно туда? Ребят, what is happening? Так, ребят, я сюда снова вернулся. И нужно было просто повернуть немножко камеру. Вот же видно проход. Нас, я так понимаю, просто немножко затроллили, но одновременно... это было прикольно, все равно паркур был довольно-таки забавный. Но я предполагаю, что нам... Нет, погодите, это пасхалка. Стоп, может быть, еще что-то пропускаю? Так, как бы нам выжить и не умереть? Вот так, допустим, может быть, мне вот сюда тогда просто пойти? В синий? Но мне кажется, это... объяснение, в лобби все таблички были синими. Это типа я, что ли... Погодите, я угадываю цвет автора. Погодите, возможно, мы стираем воспоминания автора. Мы вообще за автора играем. В лобби есть это. Окей. Фантазия, радуга успешно удалена. Какой мой ник? Я помню, то не Капов, а Пау. Только у тебя был ноль в нике. Вот это правильный ник. Погодите, нет, тогда. Нет, у тебя вроде был. Нет, не Arrow. Возможно, у тебя Arrow написано типа с буквами P, как русская R. Короче. Мне казалось, что у тебя 0 вот здесь был, но я точно помню 2П, поэтому вот этот ник. Yes. Вот и приехали, друзья. Ну, погнали, что могу сказать. Я ж профессионал. Да, шулькеров. Или нет. Давайте посмотрим. Хоп. Нет, не получилось. Нужно встать вот так. Так. И вот так. Теперь мы делаем раз. Да, а как это работает? Раз, два, три. Теперь мы делаем раз. Теперь мы делаем два. Теперь мы делаем три. Теперь мы делаем 4, мы делаем 5, мы делаем 6, мы делаем 7, мы делаем 8, мы делаем 9, мы делаем 10, мы делаем 11, мы делаем 12, мы делаем 13, мы делаем 14, мы делаем... Фак! Блин, ребят, осталось совсем чуть-чуть.
почти затащил. Ладно, ладно, ладно. Пробуем еще раз. Что могу сказать? Что я могу сказать? Ну ладно, на этот раз у меня должно все получиться. Правильно ведь? Вы верите в меня, друзья? Вы в меня верите? Или... Или что, вы в меня не верите? Вот здесь очень опасно, потому что... О, май гад. Я не ожидал. Я не ожидал. Да как? В смысле? Алло, я не понял. Так. Так. Погодите, а теперь-то куда надо? Ребят. Похоже... Не знал, я почему-то думал, что мне нужно как-то вот с этого блока вон туда. Окей, все заново, черт. Yes, наконец-то, боже мой, это было долго. Ну да ладно, главное сейчас не упасть бы нам, и у нас все будет хорошо. Фу, а это еще что такое? Погодите. О, нет. О-оу. Мне нужно активировать шулькер, пока я падаю. Я думаю, мне должно получиться, правильно? Правильно ведь? Правильно ведь, друзья? Фух. Yes! Какой мой ник? Погодите, опять? Так вот он где был. Я же говорю то, что у него был ноль. Я же говорил. Он был сзади нас, опять нас затроллил. Автор, опять он нас затроллил. Фантазия, умение летать успешно удалено. Раздел фантазии успешно удален. Забыть канал Кейна. Ребят, до свидания. Я не хотел этого делать, но мне нужна новая жизнь. Забыть. Ошибка, о-оу. Невозможно удалить это воспоминание. Удаление всей памяти завершено. Где я? Оу. Ребят, это правда. Канал Кейна невозможно забыть. Невозможно забыть. Окей, конец. Спасибо за прохождение. Вау. Аплодисменты, друзья. Это была шикарнейшая карта. Это была очень-очень интересная, очень оригинальная карта. Очень хорошо сделанная. Очень интересный сюжет. Тут ты можешь посмотреть, как сделать эту воду. Так. Светлый оттенок, темный оттенок, светлый оттенок. Чередовать их. Интересно, я не знал. Я думал, тупо просто одну и ту же с памяти все. Блин. Автор. Эпоу. Я надеюсь, я правильно произношу твой ник. Спасибо тебе большое. Это была чудеснейшая карта. 15 из 10 тебе ставлю, потому что это просто класс. Это было очень профессионально сделано. Очень интересная идея. Блин, ну я остался под впечатлениями, друзья, поэтому, конечно же, мы все здесь взорвем. Это было очень круто. Испытания были вдоволь сложными, не супер-мега-хардкорными, но и не супер-легкими. То есть все было, как я обожаю, поэтому спасибо тебе большое. Apple или Arrow все-таки тебя называть, я теперь даже не знаю. Но thank you, my man, thank you so much. Это сюда. О, один слой, погодите, мы сделаем вот так. Нет, мы сделаем, знаете как? Один слой это мало, друзья. Мы же хотим здесь все бабахнуть как следует. Поэтому сделаем чпокс. Мы здесь возьмем зажигалку. Мы взорвем. Упс, подожжем это. Мы сделаем звук потише обязательно. Ребята, что ж, я очень надеюсь, что вам понравилась эта карта. Я уверен, что вам понравилось. Это было очень круто. Поддержите этот видос Лукасом, если это так. Не забывайте подписываться на канал, жмякать колокольцы и всякие такие интересные штукенции. А с вами был Кекс. И всем пока.